Единственный человек, который рад. Единственный Юлин друг, все остальные папарацци. Вот. Я один друг. Это же братья. Итак, на самом деле, у нас много поводов, для которых мы сегодня собрались. Во-первых, вернулась наша долгожданная Юленька. Не просто в Москву, она вернулась на большую сцену вашей аплодисменты. Вот теперь с вами порадовались. Собственно говоря, она вернулась не одна. Она не одна вернулась. Она всю семью в Москву привезла. Итак, дорогие друзья, новая семья нашей дорогой Юленьки, которая поможет ей вознестись к вершинам нашего шоу-бизнеса. Итак, на самом деле, новый бенд Юли на барабанах Федор Латшин. Федя, поднимайся на сцену. Приветствую, это прекрасный человек. Федор буквально неделю в Москве, а уже украл из Икеи 800 карандашиков. Дорогие друзья, она может быть и не так здорово поет, но зато она классно целуется. Кристина, выходи. А последняя информация, так что все-таки зазвучали. Звукорежиссер Никифоров Валерий на сцену не поднимается, а стоит за пультом и улыбается вам. Ему аплодисменты. Ух ты, Федор добрался до барабана. На клавишах Брусов Александр. Александр, где вы без вас тут? Без вас ни одного Брусова в бенде нету. Родненький. Вот, слава богу, да. Обычно не выходит. На бас-гитаре Зубков Василий. Это всегда самый сексуальный человек в бенде. Да, Василий, давай, Василий. Василий нашел бесплатный вискарь здесь, поэтому его долго искать. Вот, видите, Василий, молодец. А кстати, вы с братом пообщались у вас? Такая же прическа там, да. Вот они нашли друг друга благодаря Юле, понимаете, сегодня все происходит. А на ритм-гитаре Игорь, просто Игорь. Вот просто Игорь, да, аплодисменты. А это тоже звучат люди, у которых нету фамилии, они как бы все поддерживают, их так мало людей. Это те люди, у которых нет бокала, в руках они могут аплодировать. Ну и, дорогие друзья, обратите внимание, есть в зале вот самый-самый пьяный гость. Это менеджер бенда Аня Горобец. Анечка, где вы? Анечка, найдите, она действительно самый пьяный, самый добрый человек на сегодняшнем празднике. Ну и кто же будет солировать? Сергей, тут есть несколько вариантов, но давай выберем самый достойный. Самый лучший? Человек, который не стал ждать, что в конце я хедлайнер, я выйду, разорву всех. Она решила сделать это в самом начале. И разорвать зал прямо вот с первых его, собственно говоря, минут начала вечера. Кто же это, кто же? Сергей, у тебя в выходе должно быть записано. Сейчас будут большие, громкие, дружные аплодисменты. Юля! Вообще приятно, конечно, каждый год я становлюсь все старше, и все мои люди, которых я знаю уже очень много лет, они со мной идут вот вместе с этим праздником, вообще получается так, что по жизни. Сегодня здесь, я думаю, что собрались все самые близкие, половина не смогли приехать по рабочим моментам, Сережа Лазарев и все остальные. Но я рада, что мы сегодня здесь все вместе с вами, сейчас только все начинается, я сегодня для вас исполню песни, наверное, которые были со мной и в моей прошлой жизни, и то, что я делаю сейчас. Почему такая тишина в зале? Давайте, наверное, вместе со мной начнем. Вместе со мной вы будете мне все помогать, потому что я уверена, что вы знаете все эти тексты, и взрослые люди, и молодых здесь много. Да и вообще, давайте, поехали, все, хватит говорить. Yeah.
Совершенно замечательно. Я думаю, что ребята одни из самых лучших. Вообще, спасибо, что вы есть у меня и Кристинка, которая мне во всем помогает. В общем, вот так вот. Я так немножко пропаздывала. Ну что, теперь я на самом деле свой вам кавер на знаменитую песню, вы ее все знаете, Bruno Mars. Почему такая тишина такая? Thank you.
Thank you.
сегодня, к сожалению, я опоздал, извини, ради Бога, и не слышал ни от этого. Вообще вовремя приехал. Может быть, ты споешь еще раз одну, а то для меня и для всех, потому что мне сказали, что 4 песни, но это мало совсем. И все просят. Я хочу, чтобы вы громче хлопали, друзья, это же наша... Я желаю тебе фантастической, красивой весны. Я подарил тебе весенние цветы. Я желаю тебе нового музыкального настоящего будущего, потому что прошлого у тебя есть, у тебя обязательно все получится. И ты же знаешь, что ла-ла-ла-ла-лай, все будет хорошо, ла-ла-ла-ла-лай. Куда бы ты ни шел, направо трудный бой, налево мир пустой, но в рукава путь собой. И будет хорошо. Давай его, давай! Будем петь.
с удовольствием вместе совсем свою новую песню. Она называется «Садовник», но вы, наверное, вряд ли знаете гармонию. Я даже не знаю, какой она написана в тональности. Но мы с собой споем какой-нибудь что-нибудь очень-очень известное из моего репертуара, наверное. Или, ну что вы знаете? Маленькие все-таки кусочек из садовника, а потом все будет хорошо, потому что это прямо про тебя. Я ставлю где-то мокнуть под дождем авто и пойду куда не знаю в паутину.
если ты со мной. Девочки, сегодня эта песня специально для тебя. Я надеюсь, что такие слова тебе твоя вторая половинка будут говорить как можно чаще. Это лучшая песня, просто у тебя лучшая. Ты молодец, что ты продолжала радовать своим творчеством. Мне всегда рада. Может, мы даже что-нибудь вместе с тобой сделаем. Рождение еще раз, Юльчик. Давай, и тебя возьмите, да? Возьмите меня. Возьмите меня. А то улетит шарик сейчас. Итак, дорогие друзья, мы еще раз бурные аплодисменты. Витя Фомин, Доминик Джокер, Юлия, как... Ну и как было, знаешь, Бен ушел со сцены, мне казалось, он не получил, мне сам зашел с аплодисментом. Давайте вместе поблагодарим ребят. И снова Бенда и Юли Волга, давай их поаплодируем. Сегодня праздник будет проходить в таком формате. Каждый, кто желает поздравить Юлию, выходит, говорит красивые слова. И если у кого-то есть что-то сказать своим творчеством, вы поступаете так же. А здесь, пусть будет не улучшить, поет Леонид Тюрик. С ума сошел. Нет, говорят, не надо. Под ручку, Леонид. Давайте все поем. Я не старый, это так. Друзья. Я как от своего имени хочу сказать. Но прежде всего несколько слов благодарности Юле. Это самый любимый человечек на этой земле у меня, с которым у нас было 3 года вместе. И я думаю, впереди нас еще лет 15 как минимум. Но это пока я буду живо ходить. Вот. Я хочу сказать слова благодарности компании Gala Records и господину Малкину непосредственно, который вот здесь присутствует, за то, что все-таки они проявили прозорливость со своей стороны и решили все-таки, что проект Юлия Волкова должен жить и существовать, и двигаться, и развиваться. А мы со своей стороны, все, кто рядом с Юлей, ее помощники, ее менеджмент, будем говорить так, обеспечим то, что было 10 лет назад. И еще я хочу вас поднять бокалы за то, что сегодня, 20 февраля, в день рождения Юли, начались съемки легендарного клипа «Нас не догонят». 11 лет тому назад. Но время летит неимоверно быстро. И я бы сейчас... Ну, наверное, у вас есть своя программа, да? Юлечка, с днем рождения, солнышко! Спой. Спасибо. Нет, я петь не буду. У меня есть сегодня здесь танцуй, несколько... Танцуй, Лёнь. У меня сегодня сегодня есть здесь несколько... Ты же приготовил шпагат. Да иди ты, шпагат. У меня узкие джинсы.